я бы хотел сейчас вернуться к песне Олеся. Олег, я вам хочу задать вопрос, несколько провокационный. Скажите честно, это правда, что сначала вы эту песню предложили песнярам? Первому, кому я показал, это была музыкальный редактор редакции «Народного творчества» Ольга Молчанова. Я ее писал для песняров. Все-таки. Это правда. Признаюсь. Ну, то есть вы предполагали, да, что у песни что будет оглушительный успех. Что они споют, да, это правда. Но Ольга Молчанова сказала мне: Олег, песняры петь не будут, потому что у них уже они поют песню Олеся, песню Игоря Лученка, замечательно. Поэтому, говорит, у меня есть те предложения. В городе Гомеле, в Беларуси есть ансамбль «Сибры» совершенно замечательный. Они готовы, чтобы исполнить эту песню? Мне кажется, что песня Олеся стала вашим талисманом. И вы знаете, у меня есть для вас сюрприз. У меня в руках открытка. Узнаете? Посмотрите. Можно я зачитаю вслух? Да. Можно. Олесе от сябров. Расти здоровый и счастливый, как сказка, как чудо, как песня. 12.03.81. Знаете, я все время помню этот случай. Это 81-й год, мы летели из звездного городка на космодром Байконур. Только поднялись, и мне через полчаса на руки передали маленькую девчонку. И сказали, возьмите ее... Сколько ей было лет? Она, ну, я не знаю, полгода, может быть, была. Крошка. Крошка, да, мне дали, на руки я ее подержал. И говорят, это Олеся, мы назвали ее в честь вашей песни Олеся. Вот тогда я понял, что я уже стал известным артистом, раз песни, которые мы запустили, называют детей. Госпожа Олеся Цехаш, прибывшая рейсом А-246 из Ленинска. Вас ожидают в зале прилета. Олеся, добрый вечер, Олеся. Я все время помню эту историю. Олеся, а вот пожелания маэстро, они сбылись? Вы знаете, можно сказать, что да, на 100%. Я счастлива, я здорова. И вообще в моей жизни, да, все очень хорошо, все прекрасно, как в сказке. Я хочу подарить вам вот этот символ. Беларуси, возьмите. Спасибо. Вот этого зубра. Мы хотели подарить вашей программе, но такой случай неожиданный. На вашей программе такие состоятся встречи. Я оставлю, пусть у нее будет крепкая, здоровая, счастливая семья. Вот как вот этот символ белорусской, беловежской пущи. Будьте счастливы. Если первый подарок был таким удачным и сделал вас уже счастливой, то вы обеспечены счастьем еще на ближайшие 30 лет точно. Спасибо. На сцене... Бокально-инструментальный ансамбль «Сябры» с песней «Олеся». Полесье, кудесница леса Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на пушке. Олеся, 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 так птицы кричат. Так птицы кричат, так птицы кричат под небесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Что вернутся морозы, заплачут в апреле березы, а
Олеся к ветвям прикоснется, росою слеза обернется. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат под небесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. В русском Полесье кудесница Олеся, 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 живет в ожидании счастья, а с ним нелегко повстречаться. Олеся, 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 так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат под небесье. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Вот так.